ГТРК «Воронеж» и Росфонд продолжают благотворительную акцию и помогать детям. Сегодня наш маленький герой Паша Филатов. У мальчика порок сердца. В России ему провели уже несколько операций. Теперь нужна еще одна, с которой могут справиться только за границей. Это очень дорого. И у родителей малыша нет таких денег. Но мы с вами можем помочь и спасти мальчика. Как? Расскажем прямо сейчас. Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок. Паше Филатову всего 3 года, но за свою короткую жизнь малыш уже перенес 5 операций. У него врожденный порок сердца. О сложном диагнозе Наталье сообщили во время беременности. Патологию плода обнаружили при ультразвуковом исследовании. Речь шла о том, чтобы избавиться от ребенка. Да. Там собрали комиссию из докторов. Ну и как бы решался вопрос о том, чтобы сделать искусственные роды. Ну, вы знаете, это тоже опять не так все просто. И вот с точки зрения морали, короче, я не смогла пойти на этот шаг. И мы решили, что пусть как будет. Паша родился раньше срока, а из-за маленького веса легко помещался в ладони отца. Обследование в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева показало, что у ребенка право расположенное, но лево сформированное сердце. В Москве Паше провели 2 операции, чтобы повысить содержание кислорода в крови. Шансы на жизнь были минимальные, и тогда родители обратились в германскую клинику, чтобы сделать малышу операцию Гленна, то есть разделить систему кровообращения на 2 независимых круга. Сказали, что операция возможно, как бы там. Вот и стоила она на тот момент 47 тысяч евро. Мне прислали счет, я посмотрела на счет. И что делать? Как? Где мне брать эти деньги? Это 3 с лишним миллиона рублей. И я обратилась в Росфонд. И они мне помогли. И вот мы с Павликом в этом году летали в Германию, нам провели операцию, сделали Глена. Сейчас малыш выполняет все наставления врачей, делает упражнения на дыхание и каждый день борется за свою жизнь. Ух, самолет улетел. Давай, неси скорее. В сентябре Паше нужно еще раз поехать в германскую клинику. У Паши сложный порок, требующий этапного лечения. Ребенку предстоит операция «Фонтена». В конце сентября мы ждем мальчика на зондирование для устранения стенозов легочных артерий. Таким образом, мы подготовим сердце Павла к последующей хирургии. Мальчику необходимо провести зондирование легочных артерий. Они сужены и есть вероятность возникновения тромбоза. За эту процедуру клиника запросила 1 миллион 41 845 рублей. В семье таких денег нет. Большую часть суммы, почти 600 тысяч, соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта Росфонда. Еще 400 тысяч рублей внесет одна из крупных компаний. Не хватает 54 тысячи. Помочь Паше просто. Нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного – 75 рублей. Операторы связи попросят подтвердить денежный перевод. Сделайте это. Иначе деньги до 3-летнего Паши просто не дойдут. Помочь ребенку можно и другими способами. Они указаны на сайте Росфонда. Родители малыша уверены, что их сын переживет все напасти, ведь линия жизни на его руке очень длинная. Посмотрите, без всяких крапинок, линия жизни. Это говорит о долгожительстве. Лариса Кончакова, Вести, Борисоглебск.